Сегодня участок мировой участок в судебном участке номер 27 Большесарайского района состоялось судебное заседание по обвинению Розакова Шевкета Шахерзоновича по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это публичное оскорбление власти. Как и всегда, защита ввела большое количество ходатайств, из которых только одно было удовлетворено, это ходатайство об опросе свидетелей. Все остальные ходатайства были отклонены. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, как пояснила судья. Поступили заявления и от потерпевшего, и от свидетеля, одного из свидетелей, а также почему-то начальника полиции города о том, чтобы не допустить каких-то правонарушений, и, возможно, это может стать причиной каких-то беспорядков. Как пояснила судья, я приняла и удовлетворила данное ходатайство и провела сегодня судебное заседание в закрытом режиме. Опросили сегодня потерпевшего и назначили очередное судебное заседание на 30 января в 10 утра, где также будут опрошены остальные свидетели по данному уголовному делу, заявленные как и непосредственно обвинением, так и защитой. А сегодня что говорил потерпевший, какие показания давал? Какой итог сегодняшнего заседания? Итог сегодняшнего заседания таков, что потерпевший настаивает также, что он в статусе потерпевшего, что именно он пострадал от действий моего подзащитного. Также утверждает, что мой подзащитный совершил данное действие ранее, о котором говорилось, и настаивал на всех ранее данных показаниях, ничего нового. А свидетели, которых сегодня допросили? Сегодня не допрашивали свидетелей, да, их оставили на 30 января. Потерпевший в маске был. Он и в суде выступал в маске? Нет, да, в судебном заседании, конечно, он был не в маске. Но в здании суда, да, был в маске.